Итак, всех приветствую на нашем канале. У нас сегодня очередная партия посылочек сайта AliExpress. При этом, при просмотре данного видео, не забываем подписаться, поставить лайки и написать комментарий. Сейчас мы их быстренько вскроем и посмотрим, что у нас здесь. Так, первая посылочка. Ой, что-то зацепил. Я не зацепил. Первая посылочка. А, у нас тут вот такие вот няшные заколочки. Ох, сколько их здесь много. Да, заказывал я заколочки. Так, у нас вот такие вот прикольненькие заколочки. Стоимость можно будет увидеть, я их потом выставлю стоимость. Ссылочка на данный продукт будет в описании. Так, у нас здесь должно быть 10 их штучек. Сейчас считаем. Раз, два, три. Так. У нас вот такая вот расцветка, 4. Так, и вот такие вот бантик, 5. Такие вот коричневые, 6. Так, вот такие вот расцветка, 7. Так, такая вот 8. Такая вот, 9. И 10. Стоимость у них там была, честно говоря, такая смешная. Здесь одна единственная попалась, зеленая резиночка, так все с черненькими. Так, ну вроде бы резинки такие плотные, хорошие. Ну вот такие вот у нас прикольные вот такие вот заколочки. И две вот таких, одна с бабочкой, одна с короной. То есть такой уже, и такие заколки мы уже заказывали. Зарекомендовали себя очень отлично, прекрасно. Решили заказать еще. Стоимость там, я же говорю, смешная. Что-то там, по-моему, до 1 бакса. Ну я же говорю, цену потом поставлю. Можно будет под видео снизу увидеть ссылочки, увидеть данный товар на сайте AliExpress. Так что заходим. Смотрим. Так, следующая наша посылочка. Аккуратненько вскрываем. Здесь у нас пришел очередной USB кабель. Так, вот такой вот. Сейчас мы быстренько откроем, посмотрим. Так, ну вот такой вот прикольный, кстати, очень прикольный USB кабель. Мне очень понравился, золотистого цвета. Так, длина у нас тут 1 метр. Такой, так, у нас фирма Роск. Так что Made in China. Что у нас там по пропускной способности, ничего не написано. Так что сейчас мы его быстренько протестируем, будет он у нас работать или нет. Так, берем, у нас тут переносочка есть. Так, берем. Так, вставляем блок питания. Данное видео, данный кабель. Так, телефончик подключаем и пошла у нас зарядочка. Все, у нас он заряжает, так что у нас все работает. Ну, сейчас попробуем его тестером. Ну, тестер не выдает, конечно, тех данных, потому что для этих целей нужна специальная нагрузочка, чтобы протестировать данный девайс. Так, вот тут вот мы подключаем. Так, вот так вот нам надо. Не знаю, будет тут что-то видно, не будет. Так, и подключаем данный девайс. Что у нас тут выдает? При данной нагрузке выдает практически 1 ампер. Да, выдает 1 ампер, даже больше проскакивает. 1 ампер он выдает. Так что кабель достойный, отличный, качество просто прекрасное. Очень мне понравился данный кабель. Так что ссылочка на данный кабель будет в описании. Заходим, заказываем. Приходит в таком вот фирменном пакетике. Так что можно заказывать. Итак, ну на этом будем заканчивать наше видео. Кто еще не подписался, подписываемся. Смотрим остальные
наши видео. Много чего интересного. Я думаю, что будем еще заказывать. Всем пока. До новых встреч. И напомним, ссылочка на данную продукцию в описании. Заходим, заказываем. Всем пока.